Это тоже своя атмосфера. Вот, понимаешь, мы никогда не делали. Да. Повалился, упал, я его поправил. Да. Никогда мы не снимали, никогда выставки не были в таких местах. Да. Это торгово-промышленная палата. Так мне очень нравится, что торгово-промышленная палата, но что мы вот этими подняли уровень. Конечно, это, конечно. Античность вошла. Вот, конечно. Потом здесь очень интересные колонны, поддерживающие как-то. Да. То, что я делал там колонны свои. Да, работы. Да. Это Анечкина здесь работа. Ну вот смотри-ка, вместо бриллиантов выставлены твои, да, работы. Это, да, это мне очень... А я тебе говорил сейчас? Или... Нет, я чувствую сам, что это витрина. Нет, это аукциона. Витрина. Вообще-то на Сотбис, на Крисбис. И здесь ставят бронированные окна. Да. Я сначала испугался. Да вы что, мои страшные камни в этих витринах. А они говорят, ну давай попробуем. И я когда попробовал, мне так понравилось. Да. И мне нравится сочетание несочетаемого. Как бы вот эти для бриллиантов витрины с электроникой. Здесь, видишь, ключа нет. Да, да, да. Вот я ты смотрю. Прикоснись, здесь сейчас все загудит, засвистит за это самое. Понимаешь? Поэтому открывается. Я вставил эти грубейшие камни, сюда вставил. И вот, ну, эта тема моя вот вообще-то исход. Это я помню, это мы с тобой. Этот, ты меня Коля приглашал. Коля Насеткин снял фильм. Да, я написал 3 статьи, да, об этом. Вот. И вот она сама тема. Ну и здесь это хор у меня. Это у меня «Стена плача». Это, естественно, «Тайна вечери» у меня, вот работы, ага, какие-то. Это а вот, вот это вот. Это вот, это вот и сам исход. Если его, то есть если все продлить, это будет вот одна картина. Здесь я соединил это сам. Mm-hmm. То есть если всех людей этих соединить... Это будет тема исхода общая, да. Общая. Это можно у меня уже, так как много, что 10 метров я могу поставить, они будут идти 10 метров. Очень интересная тема, что вот на сетке. Это у меня очень интересная тоже тема. Улицкая же сценарий написала. Да, да, да. Да, очень помогла, и слова писала там и все. Это у меня... непорочный поцелуй, что они не страстный поцелуй, вот, например. Это я на всякий случай для истории. А нет, а буквально вот такая тема, что ты сделал. И нас благословляет ангел. Это вот не тот поцелуй, знаешь, засос, который... Нет, 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 вот, это вот, поцелуй... Вот, и ангелы их, вот видишь? Поцелуй вот, Бога. Да. Это, конечно, тема у меня, сами понимаешь, это... Похищение Европы. Вот это красиво, дикое очень, животное, очень, дикое, очень, камень, дикое, очень совсем красиво кровь. Получилось. И тончайшая такая вот... А камень ты обрабатываешь или какой? Никак, я его не трогаю, не обрабатываю. Просто склеиваешь. Дело, что у меня просто... Склеиваешь. Я одним мазком. То есть одним вот эти вот клеем, ага, приклеим. Сейчас очень есть сильнейшие клеи. Есть. Я узнал, когда после того, когда запускали «Буран», самолет такой, который поднялся, угу, и опустился. И он был подвержен солнечным лучам. Железо не выдерживало. Потому что оно плавилось и накалялось в такой степени, что самолет не мог выдерживать «Буран». И его обклеили керамикой, толстой керамикой. И он поднялся, опустился, не потеряв... Что-то рисунцы тут происходит, да, 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 да. Нет, да, но это важно, что тут это у меня идет жизнь. Жизнь идет. Эта тема у меня Моисей. Его когда бросили в Нил, да, вот это в реку, угу, и потом нашли в корзине. Угу. А это как бы у меня, я объединил вот святая лошадь в Индии, это считается святая лошадь этот. То есть корова святая. Да. Извини там. Корова святая. И вот он как бы лежащий ребеночек. И вот, в общем, эта корова плывет и должна спасет Моисея. Ну и здесь вот у меня везде все эти темы. Здесь вот у меня тема материнства, вот мать и ребенок. И все время он спрашивает, он стоит здесь на коленях, у нее спрашивает: мама, а что есть истина, а что есть суть? И она ему все время говорит. И это, и ребеночек, как бы вот здесь вот у меня такая камень, как будто она вышла из тела. Ребенок вышел из тела материнского тела. Вот. Здесь у меня наверху тема Троица святая. Да, да. Да, под деревом они сидят, а здесь даже тоже вот ангелочек, кто-то вот внизу подошел к ним маленький. Прекрасно. Это у меня музыкальная тема, виолончель, арфа, ну, скрипка, mm-hmm, и вот, вот у меня вот такая музыкальная тема. И внизу тоже музыкальная, да, тема, да, да, тоже музыканты играют на разных инструментах. Вот, ну, в общем, вот такая вот тема. А это все тема исхода. Ну, там птица вдали, птица, угу, здесь одинокий человечек идущий, а здесь две женщины собрались и разговаривают. Одна даже беременная, если прекрасно. Так. Вот, вот они разговаривают постоянно, женщины стали, это говорят, да, о своем. Да, это ты понимаешь. А это вот из общей композиции исход. Вот идут, угу, семья, мать, отец, здесь с детьми идущие, спасающиеся от какого-то набега. И ищущие истину.
Спасибо, Фелик, на прощание еще раз. Спасибо. Снимем. Спасибо, Фелик. Спасибо, молодец. Что ты собрался, пришел и свой выходной посвятил мне. Спасибо. Кому еще мог я посвятить этот выходной? Ну что, пойдем вниз. Да, вот именно, кому ты мог? Ты мог им кому мог посвятить? Никому, Феликс, только тебе. А к этому не ходил? К Камелину ходил. Не заходил. Нет, не заходил. А, не заходил, не заходил, да, конечно, только тебе. Сразу. Все правильно. Поэтому и задержался. Поэтому и задержался, верно. Сейчас все. Пойдем, я сделал фотографию с блестящей твоей работой «Борцы». Фото просто на память. Спасибо. Сам.